Американцы возобновят полеты на Луну. Президент США Дональд Трамп уже подписал соответствующую директиву. В своем распоряжении аэрокосмическому агентству НАСА глава Белого дома поставил задачу создания плана пилотируемой миссии и освоения космоса. Долгосрочная задача – отправить американских астронавтов на Марс. Напомню, последняя миссия США на Луну произошла 45 лет назад. Тогда Аполлон-17 стала шестой высадкой людей на спутник Земли. Программу по исследованию Луны свернули в 2011 году по инициативе предыдущего президента США Барака Обамы. После ее закрытия приоритетом предыдущей администрации стал пилотируемый полет человека на Марс в 2030 году с промежуточным освоением астероидом. Директива, которую я сегодня подписал, впервые с 1972 года возвратит американцев на Луну. На этот раз мы не просто водрузим наш флаг, мы создадим основу для будущей возможной миссии на Марс.